что из себя представляет современный Казахстан, какова наша идентичность, с чем мы, что мы можем дать миру, да, и с чем мы выступаем, собственно говоря, какая у нас идентичность, постсоветская, либо есть эксперты, которые считают, что мы по-прежнему еще живем в прежней советской парадигме. Происходит очень много процессов, быстро, да, демографических, культурных, политических. Мы вступаем в различные региональные объединения. Как это отражается на нашу внешнюю политику? Ну, конечно, здесь тема состоит из нескольких подвопросов. Но первое, что надо сказать, Казахстан, это, как сказала одна исследовательница, very complicated country, потому что для внешнего наблюдателя это, ну, как будто осколок Советского Союза. Но когда при более глубоком рассмотрении выясняется, что много течений, которые в Советском Союзе были незаметны, допустим, тоже этнический фактор, особенности этнической культуры. И бывает, даже внешние наблюдатели попадали в просак. Я хорошо помню, как, кажется, в 2000-м или в каком, ну, вот, год, кажется, или в 2001-м, или в 99-м году в нашу дипломатическую академию был направлен профессор Западной Европы, но уровень его такой был, что сами слушатели были недовольны его уровнем. Потом университет, который направлял, извинился и сказал: мы думали, что вы азиатская страна, мы направили вам профессора, который для уровня Бирмы. А мы поняли, что у вас уровень образования и культуры на уровне стран центральной, вот, постсоветских, постсоциалистических стран Центральной и Восточной Европы. И направили уже более такого нормального профессора, который был на уровне. Но представьте, если мы были бы на уровне Первого мира, какого нам бы вообще направили? На уровне Англии, Франции, Германии, такого профессора. То есть вот. Ну, это было все-таки 20 лет назад, да, тогда Азия, хотя и развивалась быстрыми темпами, но все-таки эта картина была все-таки более скромнее, да, по тем временам. Картина была скромнее, конечно, и потенциал тот, который с советской идентичности был более значителен, образование тоже было не столь, как это, подвелось многим реформам, поэтому здорового консерватизма было больше. Сейчас, конечно, ситуация более запутанная и более сложная.